Рестораны и парки с сегодняшнего дня наконец открыты для посещения. Югорчане могут свободно гулять и сидеть за чашечкой кофе не только на верандах. Правда, некоторые требования посетителям все-таки придется соблюсти. Например, обработать руки перед входом и находиться от соседнего столика на расстоянии не меньше 1,5 метра. Впрочем, обо всем позаботились сотрудники ресторанов. Для них сегодня тоже особенный день. Лена Кьямова расскажет подробнее. За барной стойкой и в зале еще нет посетителей, но этот ресторан уже полностью готов к открытию. Влажная уборка и обработка специальными средствами всех поверхностей в помещении производится каждые 2 часа. Часть мебели пришлось убрать совсем. И несмотря на большое количество столов, обслуживаться будет лишь половина. Каждый второй служит ограждением. Недействующие столы сдвинули, действующие раздвинули, чтобы сохранить 1,5–2 метра между ними расстояние. Ну вот, будем следить за... У нас есть новое требование по залам, это 50% посадки. Будем следить за наполняемостью залов, чтобы не нарушать. Посетителей в этом ресторане уже принимают в летней веранде с 17 августа с соблюдением всех требований. Сотрудникам заведения в течение всей смены приходится ходить в масках и перчатках, но это никого не смущает. Главное, работа есть. Руслан Ярошевский из тех, кто терпеливо ждал окончания пандемии, работал на доставке. Открытие зала для официанта – настоящий праздник. 31-й уже ждем, как, не знаю, как Новый год. Ощущение ценности работы после пандемии возросло в разы. Я понял, как мне этого не хватало, как не хватало гостей, которые приходят, заказывают, как гостям не хватало нас. Остаться, так сказать, на плаву заведению удалось благодаря федеральным и окружным мерам поддержки. Руководитель ресторана воспользовался всеми возможными. Получил субсидии на каждого сотрудника, компенсацию на средства индивидуальной защиты, на аренду, льготные кредиты на зарплату, возобновление деятельности. Я надеюсь, что потихоньку, сейчас 1 сентября, все вернутся, откроются границы, как-то это все начнет двигаться, экономика снова заживет, кровь пойдет и будут возвращаться люди, мы сможем на новую, возвращаться к старому ритму работы. Историческая дата – дата открытия, как еще один день рождения для заведения. Сегодняшнего дня в ресторане ждали 5 месяцев. Пустующие столики, кухня, работающая только на доставку, остались позади. Сейчас сотрудники ждут наплыва посетителей и активного ритма работы. Лиана Киямова, Никита Ручкин, Вести Югория, Сургут.